Ну ладно, 2 часа у нас есть. Время начинается с трэша прямо сейчас. Это значит, все начали дамажить. Танк есть, хил есть, все есть, короче, давайте. Не выключил. Отворачивать от фильтрей. Пауков бейте. Не уешьте, а то сорвете в рельсы. Оббоешка. Разбейте кокон на БДК, пожалуйста. Да, заходи к нам уже хилить. Ну и то надо же как-то включить все, выключить лишнее. Сейчас бы не отключил, у меня где-то подвесло, выкинуло. Понятно. А сколько там? Найдешь? Сколько вижу. Просто говоришь? Раз ты не видишь, тогда давай пулить. Я справа притяну, какой-нибудь второй ДК слева. Пауков бейте, стену зашли. Бейте, чтобы не сорвать, не совешать все. Бейте кружок пока. В рейд дышит. Бьете кружок, дадите его. Все, дали ауи. Сколько душ там у тебя, ДК? У 90. Ну, сбоку трэш сагрите вот этот. Паука все бьем сейчас. Паука. Иди, Элина, на страже. А, да, я иду. А, там даже. Бейте пока белки трэш. Стопкаст. Ваня, извини. Убейте мелкий трэш. Паука убейте и рядом с ним мелкий трэш. Великий, идите, слугу трона бейте. Играю опытных игроков от 6к, отдаю на клуб, бое и тому подобное. Игрокам 6к, плачу зарплату. Вот-вот. Тоже ржу с этой объявы уже который день. Думаешься над перспективами, Вань? Да нахер надо, ты шо? Что если ему не хватит, мы можем просто трэш до принцов зачистить. Хватит, там же за мелкие дает на собаке. Да, ну в принципе да, я думаю, все будет в порядке. Просто нужно будет ему сбегать, поменять квест, и мы его присумоним. У нас лог, есть лог карман. Так, давайте, какой милик больше всего врывается, чтобы я разгоняла его, чтобы мы быстрее били. Канта или рога надо, кого-нибудь из них. Рога один хуёвый, второй хуёвый. Я ни к чему тогда буду разгонять. Обосрал пацанов просто. Кошо, рога без герни. Один хуёвый, второй хуёвый, лоб. Не, он только в мутику может без гера дамажить. Вон Ваня 30-ку дает, 13 дает.
Я буду ни к чему разгонять. Блин. Себя разгоните, я в стену. Да? Лучше в окно. Ну давайте еще следу агрите. А он не сам агрится. Сняли одного ушку. А, сняли? Ну пошли к ребру. По бафам. Блоди Анджел. Каски. Цвет удар, кулаки, кресты. Баф дает. Маги столик дайте. Штрудилей набирайте. Это рыба для жирных. Да, для таких как Джейми. Как ты все. Рыба. Да не офните. Заманите охотика. Дайте шкаф. 5 минут били трэш, так что можете верить в себя. Не Шимба и Хотика Свонти. Хотик, ты тут? Что-то да? Написал я. Давай я тебе сумму кидаю. Разбафайте, что ли. У нас не фулл рейд, нахер нам 3 хила. 4 хила. А я сказал 4, значит 4, блядь. Чекайте двоих. 4 будут. Так, чек на пул. Дайте хоть кулак. Кулак светодар у нас. Листобаф дайте. Лапу. Принимайте готовность всю лесу. Под рулем кулак. Под рулем кулак светодар. Ну или крикни на АП ни к чему. Короче, смарт-килл, ты тут? Все, ДК заводи. Хантаж шипа. Беги, малышка, беги! Хант сбил хантаж шипа, блядь, так мило. Это взаимопомощь. Братская, да, типа? Гейская, типа. Пауэл. За спину ушли, за спину ушли. Танк отводи, видишь, рейд перед тобой, отводить надо босса назад. Ханта, сипа. Хан, называется не судьба. Хотел подамажить. Тут как-то на ребре. Ханта шипа. Сзади. Есть другие чары у вас? Конечно, есть. Сейчас смотри, ханта шипа. По два ханта в рейде. Да, идите на трэш, блядь, почему не три взял? Идите на трэш. Руки-палки, ну что за... Ты моя скола. Надо, мне надо, блядь, с лича арбалет. Пояс. Ты моя осколок. Не знаю. Какие осколки в норме? Я был как-то 6 осколков в норме собрала на паладине. Это были мои последние 6 осколков до ШМ. Пошли фастом. Не, я... Ну, 6 это как раз максимум было вроде бы, сколько я собирала. Чё, погнали. Погнали, кто-то пал.
перед мордой с увесников. Не стойте, пожалуйста, а то вы сдохнете. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вас. И только мертвые не боятся смерти. Танки, внимание. Дуги, не стойте перед мордой мобов с зелеными топорами. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто, кто откажется повиноваться, будет... Ой, да упадет стена. Же, да. Кто будет служить ему верой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже упадут боешки, упадут багруха, все упадет. Шикос, да, воля упадет, и я ее сролю. Багруха со мной того же босса падает, еще и щиток. Значит, и то упадет. Беги! Не метровоз. Или что-нибудь. Там Шанан пишет, спрашивает, сходит ссылка, возьми его. Скажи, лучше. Гуляй, боевые драги. Бьем босса. Пешка, ты слева. Все в трех. Кто не бьет трэш, 1000 гп. Можно с моей стороны побить чуть-чуть? Милики, убейте кастер. Упс, я зелень забыл прожать. У шамана на мане, короче, если что. У меня половина, а у шамана еще меньше. Я прочитаю, когда скажете гимн, когда ноль маны будет. Поставьте тотемчик, дайте рэпчик. Ну давай, даю рэпчик. Чё, я дал. Там Шанан, дядя Шанан прессует. Только лучше не бери его сейчас. Бейте, трэш 6 человек. 6 трэш. Ты не в силах противиться моей воле. Ничего он порежет. Что у нас по диспелу проклять? Друиды маги могут дисполить. Я знаю. Просто вижу на трех людях висит, никто не беспалит. Лети, лети. Так классно, когда есть таунт. Так классно, когда духи не хлопают по рейду. Дайте диспел по ней. Да, кстати. Вы видели, только меня ударили духи. Похлопать решил. Ты не в сил противиться моей воле. Чего-то заклинание.
Давайте надо. Ура! Скок. Вроде кольцо. Но танка. Вы на мейн оба ролите? Жапоручка ролит на БДК точно. Питки не вижу, чтобы он писал. Пошли на трэш. Потом шаман пати простил. Да, кстати, шаман же просил пати. Кто умирал? А, Рома. Разбойник. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Что, Сань, сколько тебе еще? Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Ваня, что ты портанулся, Дуара? А вот эта снежная буря, она только сейчас после обновы появилась, да? Не, неделю назад была. Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Ранцы, беремся. Как жизнь? Конечно, зафармец. Трэш сайтик с валькири, я не знаю, засчитывается или нет. Да там перед профом, в принципе, очень много мобов. Жуков, две ловушки. Чтобы души собирались, надо давать какие-то удары гранью на мобов. Не знаю, чем у ДК там. Амор не считается? Я не помню. Надо этот... У Фурика вроде как с удара громом фармится. Надо проверять, чтобы дебаф вешался на моба. Смотреть вот эта рука там или чё. Играть. Вон далеко пало, я могу брать рука.
мой корабль! Сейчас ты умрешь! ГЦ. После сурка последнее кольцо возьму. А не, не возьму, бабла нет. О, не нитьте, пожалуйста, осколок. Войд, поставь, пожалуйста, ответственного здесь. Он поставит, он просто забыл. Отец, перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Никто осколок не занятил, спасибо. Рыбу можешь поставить? Могу, конечно. В честь чего ставим? Давай, давай. В честь чего? Давай, называй причины. Во имя Неруба. Итак, это имя рыбы во имя Неруба. Во имя Молдовы. Не, это во имя Неруба. Это честь то, что никто не занидил осколок. Рыба для тех, кто не видит осколки. Тяжело занидить осколок, когда ты его не видишь. Не, ну, я думаю, что кто-то его видел, помимо меня. Ну, мне так кажется. Я украла, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Ангелок, ты где? Жалкий старик. Ну что ж, герой. Хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Геро. О, Геро, ребята! Еще одна. Я ГП нахуярю, слышите, блядь? Били мобов нахуй. Слышите, блядь? Нахуярю всем ГП, блядь, кто не бил. Обогреться вашей кровью.
кажется, кончится. Земля обогрится вашей кровью. Понятно. Все кидаем ролл. Мы похороним тебя как подобно. Рядом с матерью и предками. Потом квест. Завоеватель Рольди. Ништяк. Покоритель Рольди. Да не проебите. Не проебите NPC, пожалуйста. Стойте у портала. Он уже не убивается, насколько я помню. Убивается еще как. Дал питки, но можешь уже по ручке передать токен. Сейчас протянусь к вам. Так, ДК, веди Вальку. Все у портала. Надо ее прям к стене к порталу вести, чтобы. Да, я помню, хорошо. Сколько душ там? Валька идет. Давайте. Приготовьтесь. Быстрее убивайте ее, а то он наплодит сейчас этих пидов. Тинхил, посидите кто-то на алхимике Адриане. Чем? На НПС. Че, ништяк убили? Пошли ровно вперед. Право-лево никто не сворачивает. Вот она, эта курица. Дамажить тебе будете или чё? Наверное. Обвесть этих дураков. Перед Валькой сейчас трэш чистить будет. Чем? Не, ну типа, если ты так хочешь, то окей. Чтоб души были. Перед Валькой пошли трясть чистить. Титадар, ты в хиле? Да. Хорошо. Пробивает жестко. Это тебе не поможет, у меня маны мало.
Напуливайте два ханта Роги Трэш на ДК, на танках. Котик, лучше уйди. Видите, быстрее, скоро помогите. А гимн бесполезен. Пойте гимн и поставьте этот тайм на ману. Там у меня все равно какая-то плата. А, ну Светодар же говорит, что маны нету. 12-ка у меня. Пепель. Сейчас быстро закончится. Теперь есть пепельного союза. Цып по один. Бабло есть у кого? Эй, братан, знаешь, как поднять бабла? Знаю, на работу. Ну ни при чем, зачем? Бейте звезду сильно. Все убили звезду. На пулы даем в трэп. Потом выбираем кружок. Милики вышли со льда. Вышли с льда. Милики. Запоручка ГП, блядь. Что вы в небо смотрите, что ли, когда умираете, или что? Или баф вам не хватает, когда вас резнут сейчас? Лоу, блядь. Изо льда отходите, милики. Отходите, милики из льда. Чего кило? Это зря, у меня все прожимки не хватает. Так. Светодар. Ну на, гимн на ману тебе. 15к уже нормально. Бейте кружок. Все, давайте, а вы сюда. Милики, отойдите с льда. Или вы тупые. Ледяная такая хуйня из моба исходит. Как на ребре такой огонь ледяной. Синий, блядь. Как вам еще объяснить? Типа, не надо в нем стоять. В нем стоит только там. То, что вы падаете, вы нихуя тут не помогаете. Нужно не падать, а дамажить нормально. Да? Дамажить тех, кто не находится в этом ледяном огне. Все, сел по ману. Мыр, кидай на ману, гимн. Котик, залей ману, полипал. Я вытащу одного полководца. Плохо, что кидаете в гимн не во время святой платы. Всегда кидайте, когда на МКД. Ладно, пока вон хавай. Иди, протопал. Идите, хильте танков уже. Блуд Энджел не уронить. Бейте пока все полководцы. После него, как убьете полководца, будете его вешать. Миликом одного моба заберешь, РДД будете его вешать. Ну не сорвите, короче, смотрите сами. Тоже боюсь. Сколько душ там у тебя? Ты ударил Даринон? Мобов. Сами, точно? Смотри. Сколько осталось? Не сами фармятся, да. После как Вальку эту убьем с Валму, пойдем на кровь тут почистим, потом на чум. Да ему там добьется, ну, 22. А мы все равно начистим. Так, ну это дольше будет. Нет. Бегать туда-сюда. Нет. Такое. Нет. Че вы не нойте, блядь. Потом приходишь на боссов, а там трэша нет. Такая радость. Надо это ощутить. Ты заходи в пятёрку, ночами чистить лаш. Жрасы. Давайте, сильно. Нападай, гроза плеть.
Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Как сделать, чтобы сфера на совете, которая есть, чтобы она не исчезла, чтобы ее заюзать можно было? Заюзать до моба. Моба, то есть убить надо, да? Ну, по идее, там какой-то моб, кажется, верховный, что-то там, не знаю. Ну, короче, какой-то чувак, точнее, чувиха, обычно юзает эту сферу. Нет, чтобы он не заюзал ее. Там что-то, блядь, сало надо дать, потом, блядь, стаунтить, то ли дернуть, что-то такое, я не знаю. Просто делать. Притянуть. Нет, там просто притянуть никак. Ясно. Попробуем зергануть этого мага. Не идите, навалим, мы сейчас на совет идем. Ну, трэш чистим. Друид. Ликбист, слышишь? Не поднимай сюда бой, забагаешь нам, блядь. Пошли на совет. Что, она вообще знает об этом? Надеюсь, да. Пошли за звездой все на совет. Пустить меня на опыты. Бой висит. Уже не висит. Так, а этот... Самоклейка что-то писал? Вы пока в 3 хила, если что, так что смотрите. Но он не поговорил, что у него мало время. Дай мне два... Войт, дай мне два друида, которые будут лить ману из 5 и 3 в ДТ. Не, не стоит пока что. Котик тебе будет ману лить. Насчет шамана. Тогда не надо ману лить. Смотрите, вот этот моб, кружок, вот в него сейчас сыграем все сильно. Подходите сюда быстрее. Врываемся, Лерой. Подходите, ДД, быстрее. Приготовьтесь, кружок сейчас надо сильно убить. Танки вперед, все в кружок хуярим сильно. Сильней. Быстрее. Не успеваем никуда. Ну давайте. Почему пойдем. Вроде бы один в один успели, вытянуть не успел он в сущности. И чё, сферы? А сферы-то нету, есть чё? Ну, блядь, залупа. Ладно, похуй. Значит, смотрите, как мы сейчас здесь делаем. Сейчас этих мобов добьем. Все стойте вот здесь, в тотемах шамана прям. Танки вот этой, где сфера. Кстати, она есть вроде как активная. Пока не тыкайте на меня. Не тыкайте на меня. Стойте, короче, вот в шаманах, в тотеме шаманов. Сейчас, короче, замутим. Попробуем, блядь, замутить прикол. Сферу будете брать Shadow Mord. А, он вроде отошел. Слушайте, если что, сферу возьмешь, да огненным столбом побьешь. Встали в тотемы шамана. Танки стойте вот здесь рядом с этим столбиком. Я это самое. Пошли со мной, наверное, какой-то паладин или ДК танк. Сагрим две кучи. И надо будет бить, короче, метки. Надо. Не надо никаких двух куч, Слава. Короче, да, ребята. Да, да, блядь, сейчас войско дадут ДК по команде и все. Слава. Тихо. Стойте внизу все. И сейчас, смотри, Лина, значит, агриш левую пачку, я правую, и бежим вниз. Говорят, сферки нету. Да и похуй на сферку. По войску. Первый войско сейчас уже зовет Алпари, зови внизу войско. И дальше скажу. Давай, Лина, на счет 3, агрим, ты левую, я правую. Лина, подходи, агри, левую. Алло, раз, два, три, агри. И пошли вниз, беги вниз. Ты сагрила? Пошли все вниз. Алпари, давай войско. Танки, подходим к центру. Давайте я уйду. Так, Даринон, давай войско. Жопоручка, давай войско. Питкин, давай войско.
давайте гнев небес, заморозку. И Север Снейп, давай войско. Киньте танка. Котик, подними меня. Ой, да. Я еще Геру хотел дать. Ну ладно, бейте пока. Таунтите тактика в танке. Хильте танк. Котик, подними. Ой, да, пятая пати. Может быть, и упадем, конечно. Это фиаско. Мужи кончились, я умер. Сон, я это было, меня, пожалуйста. Добейте да советника. Бейте мобов. Дайте их кто-нибудь 100 голд. Нормально. Вон сколько мобов убили. Соло, а ты понимаешь разницу между нытьем и досадой от нецелесообразно потраченного времени? Так, я не знаю, ну вот это сейчас нытье. Давайте, ну, хватит ныть. Потратили 2 минуты, ничего страшного. Это был тест. Тест на нытье. Ныть не надо. Дай 100 голд. Дай голды. Итак, рейд для 21 человек. Итак, рейд 21 человек идет. Да мне кольцо надо взять, тут голды на Аке нет. Дай, отдам после рейда. У меня нет. Ой. Дарион, дай бабла. Дай лавы. Этот, Даринон, спек не с танка, тут подержишь, если вдруг... танки будут стане, потом не тишь мобов. Я тебе потом отдам после рейд. Подходим, отпиваем ману. Ну давайте, кто не резнулся, по сотне ГП, наверное, получите или что. Или отпустить вас, как Шанана. Пугов доберу в 2 счета, блять. И пойду без вас рейд. Чё, блядь? Вставайте быстрее, блядь, бегите на трэш. Цветодар тут? Да, надо было Вальку сюда завести, кстати. О, смотрите, там же убили несколько мобов. Ну я, короче, за контроль лейтенанта. Подходите, танки сюда. Если хотите выжить, бейте печеньку точками.
О, дай пати. Я не хилю нах. Кто это хил? Мы таким пати не даем, блядь. Он пиздит, у него есть сершан. Где эти, лейтенант? Мы залили одного взрослого и все. Дудутивка, ну блять, блин, молодцы. Дудутивка, дашь контроль ромбику, после сейчас этого кружок добьем, а я контроль дам кружку еще одному. Подходи, Дудутивка. Давай контроль ромбику. Рослого бьем. После рослого пил боль. Всем привет. Привет. Здорово. Так, обнови контроль на ромбике там. Там еще 25 секунд. Слышь, ой, давай может на ретрика пойду. За осколками. А ты кто? Или пала там на первом месте, я не хилю сейчас зашел. Ты красавчик. Да, может не надо? Я типа за осколками иду. Такая, сейчас смотри, порвет за осколки. Типа да. Обновляем контроль. Где эти тебе? Куда в следующий раз пускай идет? Чего вы так долго бьете? Ну что-то АФК? Не, ну просто не 25 человек. Да это хуйня все. Буду типка, ты тут? Бейте давайте, ханты там всякие. Ханты не всякие, они бьют. Бейте, ромбик. Ты что, когда, да? На каком боссе? Мы не на каком. Мы на трэше. На всем трэше, на всех боссах. Решили сначала почистить трэш, а потом уже боссов бить. Да мы вообще дураки, блядь, 20 человек целка, 25 обходим. Ничего. Нормально. Давайте добивайте вот этот кружок. Давайте совет наебнем сейчас. Раз уж мы тут. Нам надо было и Валю захилить на самом деле. Потом тебя потянет бить трэш Даланы. Нет, это вообще не выгодно. Потом бежать обратно придется. Там бежать больше разговоров. Пошли. Там наплечники в трэше. Вот такие. Такие вот. Вот мы их. Я нашла, я типа мои наплечники. Ты уже пояс получил.
Я-то его выиграла. Я тоже на плечике выиграл. Понятно, с тобой. Вольт кидала. И свиток не знаю, на югу. Плечники где? Они уже пропали, походу. Да. Не только что тут лежали. Йо. Не, вот они, Слава. Не видишь? Не. Войт, ну свиток вот тут возьми. Давайте чек на пол. Давай, полетели. Дайте лапу. Смаркил тут. Начинаем, короче. Что, на ДК? Да. Напомните мне этого драма, пожалуйста. Дайте лапу. И чё? Встаньте такие. Точечно килисетов. Чё, два ханта, ребят? Ой, чё, откинула? А нахуй, кинетику не бейте, мы здесь развлекаемся. Так хорошо хантам, никакая бесшмотка не падает с совета, так они и не бьют кинетик. Надо обобщать. Вот присты тоже могут дотку кинуть, а не дрочить. Все правильно. Чё я кигасета танчу? Чё ты танчишь? Кигасета? Да. О, дудутипка килисета танчит, отлично. Собирай черные сферы, чтобы тебя не убило. Всё уж. Выхарь. Выхарь. Побью жезлом кинетику. Нормально. Выхарь могущественный. Льется кровь. Насладитесь болью. Один танк в Аргримар, один в подгород ушли. Чаша полна. Там не уйти, там надо быть. Ну, переплыли, значит. Выхарь разбежали. Темная сфера сделала меня. Темная сфера старая. Чаша полна. Я пока не могу прочитать это заклинание. И прольется кровь. Насладитесь болью. Чаша полна. Чего? Есть чувство, что вихрь где-то рядом. Так, пошли на чумку.
Чё, там упал, не упал? Кто? Кто? Как поупало? Не упал. Ничего себе. Я говорила про осколок. Ебать вас, слава, пацаны. Там Shadow Morn выиграл, слава. Shadow Morn миллион по боссу нанес. Shadow Morn, она не нужна. Но есть у него с Геры. Нужна она. Он за ней ходит сюда. Да ладно. Сейчас. Дай мне. У тебя нет катушки? За фул ГП заберешь. Саня, ты уже сдал квест? Ты как раз бежишь. Угу, давайте стан ретрики. Стан на сука, бейте. Меня съели. Увы. Ресники, может? Или нет? Да нет, было. Ого, я придумал, как заставить друида бумагом бахать. Не слышно меня? Чего? Слышно. Говорю, придумал, как заставить друида бумагом бахать и при этом не просить. Как? Очень просто, нужно уронить на боссе или на трэше, чтобы он всегда бахнул. Лол. Да крайно уже запарил. Лапу, лапу, лапу. Точкой, точкой себя бахнет. Так и делаем. Инту, котика инту, и магов не хилим, короче. Инту, 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 лапу, лапу. Блин, достал уже просить. Дайте, пожалуйста, фул бах по ДК. Каску, кулак, приставав, лапку. Да я сейчас не знаю, после... да вы сейчас упадете еще на трэше, блядь. Перед боссом бахайте, спросите. Сейчас. Перед боссом никто не бахнет. Давайте собаку ебаным. Это нормальная собака. Православная.
Что в ней было основного? Братишка, унти. Крестцы Маруся. Бать, кот только что красиво прилетел. Сорян. Давайте зеленушку. Ебать. Дураков сверху притяните, там по возможности 1000 ДК. Не идите никуда вправо-лево. Мелких и сверху дураков, которые бегают, притяните. Фикин, может ты читал PvP гайд? Вот, кружок сверху. И еще сверху. Моба, ромбик. Бейте этих гусей. Далее уйдет. Псина идет, мелких сильно бьем. Сильнее мелких. Псина идет, внимание. Я нахуй в таком бардаке танчу. Таунт. Ого, я сейчас походу сдохну. Не ссы. Угу. Земля пуховику. Ну, у меня, на меня 10 стаков было. Забыл, сорян. Забирайте какой-то ДК с Блудженга. Какой-то ДК, 100 ИП, 100 ГП, короче, 7 ДК. Хотик ДК нормальный. Хотик нормальный ДК. Десайте. Эти этих дураков. Да ладно, мы же души фармим. Уже квест взял, какие души. Написала вам. Давайте на рейндж, короче, 3 шп, хант, потом 2 ханта. Пойду на рейндж. И глупые шутки Войда.